Знаешь, иногда мне снится, что я все еще в дурдоме. И я не знаю, может быть, я все еще в дурдоме. И мне просто снится, что на воле. Сейчас я проснусь и опять, блядь. Я снова просыпаюсь в своей палате. Сегодня мне снилась ты, ты была без платья. Тут с этим очень сложно, без женского внимания. Спустя 3 недели начинают болеть яйца. Мне кажется, про меня забыл врач. Нужно бы ему напомнить о себе, подать знак. У меня здесь завтрак, обед и ужин. Больше я им не нужен. Первую неделю еще давление мерили, но сейчас забили. Видимо, это не так важно, наверное. Тут вся посуда из металла, но это не мешает порезаться. Еще были всякие процедуры. Ходили куда-то с врачом чуть ли не каждые сутки. Сдавали анализы и энцефалограмму головного мозга. Она показала, что я безнадежный. Там еще был парень с какой-то популярной фамилией и какая-то тёлка с постоянно хуёвым настроением. Он пытался к ней подкатывать. Блять, это выглядело очень странно. Лучшее место для знакомств. До свадьбы на живот. У собачки болит, а у тебя заживёт. Всё, кроме психологических травм. Они, походу, не лечатся. Мы 3 раза в неделю заказываем Яндекс.Еду. Самокат из Сбермаркет сосут. А еще у нас был охуительный лечащий врач. Уже не помню, как ее звали. Мы выяснили, что ей за 30, она замужем за армянина. Везет кому-то. Мне кажется, никто в больнице не отказался бы выебать ее. Хотя она там, наверное, сама кого угодно выебет. А еще у нас...